Владимир, поделись впечатлениями от сегодняшней победы. Ну, очень важно было после прошлой игры особенно показать, что мы там не сдались, и у нас был хороший план на игру, поэтому ну, верили, что счет 7-2, наверное, не отражает полностью ситуацию, и разговаривали об этом в раздевалке, вышли биться друг за друга и играть правильно, и что принесло свои плоды. Следующая игра очень важная, поэтому будем готовиться и стараться выиграть тоже. Как отреагировали на момент, когда во втором периоде было 3 классные минуты, вы заперли соперника в зоне, потом это большинство. Вроде в вашу сторону игра качнулась, и тут Карл забил в меньшинстве, 2-2 стало. Ну, бывает в хоккее такая игра, что быстро меняется ситуация, очень динамичный вид спорта, поэтому очень важно было не расслабляться, там, не думать об этом, а наоборот стараться перехватить игру опять, перевести ее в наше русло и на игре где-то попроще. Я думаю, что мы и сделали, и довели матч до победы. Можно ли сказать, что сегодня вы нашли баланс между силовой игрой и комбинационной? Ну, я думаю, что рано об этом говорить, всего лишь 2-2 счет, поэтому я думаю, что об этом уже после серии будет поговорить. Я знаю, ты всегда думаешь о команде сначала, о своей игре потом, но все-таки еще пару голов, и ты сравняешься по голам в плей-офф с Брэд Холлом. Как ты об этом думаешь, смотришь на это? Ну, это вы правы, это, наверное, отходит на второе место сейчас. Ну, конечно, там ребята говорят, там кто-то из друзей, там близкие говорят, это, конечно, приятно, но, опять же, если ты, вы можете почитать мое интервью, я думаю, что если ты работаешь на льду, моменты приходят, голы приходят, поэтому плов начинался так, что забивал, но выиграть не получалось. А хорошо сейчас получается, и дай бог, чтобы так продолжалось.